Друзья, привет! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сейчас у нас немножко выпуск не яхтенный, а больше анонс, наверное. Мы сейчас находимся в городе Алтея. Я думаю, что те ребята, которые за нами уже следят, они знают, что Алтея является финальной точкой, в которой наше кругосветное путешествие подходит к концу. И мы, да, мы сделали это. И мы обошли наш земной шар по кругу, побывали на всех океанах, континентах и вернулись туда, откуда все начиналось. Я себе приход представлял немножко по-другому. Я был уверен, что это будет радость, это будет, не знаю, какое-то внутреннее переживание, но по факту оказалось все совсем не так. Внутреннее ощущение напрямую зависит от того, каким человеком вы являетесь. Тот человек, который выходил в кругосветку, и тот, который сейчас зашел в Алтею, это два разных человека. Я перестал оценивать мир, перестал видеть мир через свою призму, я стал его принимать таким, какой он есть, перестал использовать оценочные суждения, и это дало мне возможность воспринять все в том виде, в котором оно изначально было создано природой. А вам я хочу пожелать: мечтайте. Мечты – это очень важно. Мечты всегда сбываются, если это те мечты, которые вы действительно хотите реализовать. И до встречи на канале Капитан Герман, до встречи в море. Этот этап мы уже завершили, а дальше нас ждут другие приключения. Мы не останавливаемся, мы будем продолжать яхтинг и продолжать показывать вам все, что связано с морем, связано с океаном и жизнью на лодке. Пока!